Сейчас, конечно, больше дома, даже с друзьями вот гуляем, если то либо кому-то, либо... Да даже не знаю, сложно сказать. Ну, иногда ходим в кинотеатры, но просто сейчас некоторые фильмы цены кусаются. А так, впрочем, максимум кофейня. Честно говоря, сейчас особо куда-то еще больше мы не ходим. Ну, мы практически никуда не ходим, так как учебы много, но в свободное время мы выходим попить чая, кофе, прогуляться с друзьями. В свободное время кинотеатр. Иногда гуляю, если погода позволяет, конечно же, что бывает довольно редко. Так в основном работа. В театры и кино не ходим мы. Ну, в связи с тем, что у меня маленький ребенок, у меня все свободное время посвящено моему ребенку.